Меня зовут Альгердас Палецкис. Я член президиума международного правозащитного движения «Мир без нацизма» и заместитель председателя литовского отделения «Литва без нацизма». Я также являюсь председателем левой партии в Литве «Социалистический народный фронт». Вместе с моим заместителем Карлисом Биланцем мы сегодня приехали сюда с коллегами из Эстонии, чтобы воочию увидеть, что это такое синемея. Мы также являемся в какой-то мере журналистами, поэтому нам удалось с самого близкого расстояния рассмотреть это сборище. У меня уже какой-то, к сожалению, может быть, иммунитет уже появился после 16 марта в Риге, когда латышские легионеры маршируют. Там было первое впечатление и самые такие мерзкие чувства. Сегодня я уже знал, куда я еду, поэтому я был более спокоен. Но я увидел много очень людей, которые героизируют именно эстонский легион, которые героизируют вместе с тем и вермахт. Молодые, старики, младенцы присутствовали. Молодое поколение воспитывается этим. Я сделал много фотографий, на которых видны свастики. Иногда чистые свастики, иногда стилизированные. Знаки СС, знаки черепа. То есть вся вот эта символика нацистская, она тут присутствовала в той или иной мере. И это, конечно, очень удручает и вместе с тем как бы мобилизирует. Мы должны все-таки совместно, правозащитники, антифашисты, противостоять этому в более активном смысле. Тут люди прикрываются патриотизмом, любовью к Эстонии, но нельзя смешивать разные вещи. Эстонию нужно любить, нужно быть патриотом своей страны, но нельзя выставлять героями нацистов и их коллаборантов, какими и были СС-легионеры. К счастью, в Литве такого легиона не было. Была попытка, но разбежались. Немцы считали литовцев расой ниже, чем эстонцы и латыши, может быть, это тоже повлияло. Но у нас было много коллаборантов, полицаев, и у нас свои проблемы. Я хочу пожелать эстонским антифашистам сплотить ряды, и вместе мы должны добиться того, чтобы в один прекрасный день, в конце июля, больше таких сборищ бы не было. Я надеюсь, этот день придет.